И пятый пункт, самый сложный, самый сложный пятый пункт. Когда у человека все получается, вот он, знаете, вот нравится водить машину, получается хорошо, и делает это с удовольствием, делает это по-божески, люди, естественно, хвалит его. Конечно же, если вы все делаете правильно, стараетесь и чистоту поддерживать, и уважение. Люди довольны. Они говорят: спасибо тебе, ты такой замечательный водитель даже подарит вам какую-нибудь конфетку, открытку, то в этот момент человек может подумать, что какой я молодец, надо же, какой я замечательный человек, у меня так все получается. В этот момент он может подумать, что это все его заслуга. И это большая опасность. Как только человек начинает гордиться, к нему приходят проблемы. Есть такая история интересная про мышку. Жила-была мышка, и жизнь у нее была сложной, потому что было много кошек, которые хотели ее съесть. И эта мышка обратилась за помощью. Помните, мы говорили, что душа, она всегда нуждается в помощи. И она обратилась за помощью к мудрецу, к йогу, к мистику. Дорогой мудрец, не знаю, что для тебя сделать, у меня ничего нет, но я просто молю тебя, помоги. Сделай меня кошкой, чтобы меня другие кошки не гоняли и не хотели меня съесть. Нет проблем, говорит Йог, щелкнул пальцем, произнес мантры, и мышь стала кошкой. И теперь она, знаете, важно стала ходить между другими котами и кошками, потому что она была такой большой, хорошей кошкой. Но ее стали гонять собаки. Собаки не давали ей жить. Она пришла опять к этому йогу, говорит, йог, помоги, житья нет от собак, сделай меня собакой. Хорошо, он сделал ее кавказской овчаркой, здоровая такая мощная кавказская овчарка. И жизнь у нее наладилась у кавказской овчарки, пока она не попала в джунгли, где она встретилась с тигром. Пришла к йогу, йог, я хочу быть тигром. Хорошо, будь тигром. И эта мышь превратилась в тигра. И знаете, так вот тигр посмотрел на этого йога с любовью к йогу. Говорит, йог, я тебе съем. Ах ты неблагодарная мышь. Так стань же вновь мышью. Этот тигр на глазах превратился в мышь. В чем мораль? Человек получает блага, получает других людей. На самом деле он получает все это от Бога. И он благодарит Бога, говорит, спасибо тебе большое, я понимаю, что ты это мне все дал. И все нормально в его жизни. Но как только человек начинает гордиться всем этим, как только человек, ну, знаете, считает, что он такой великий, в этот момент он перестает благодарить Бога. Мало того, что он его не благодарит, он говорит, да тебя просто нет я тебя съем, тебя не существует. Я тут главный. И как только он главный, Бог так устраивает, что всем становится понятно, кто он на самом деле, что он просто мышь. Бывало у вас такое в жизни? А? У меня бывало. Поэтому, пятый пункт. Если вы хотите, чтобы ваша деятельность была прям настоящей ведической свадхармой, Обязательно нужно благодарить Бога за то, что у вас получается. Как это делать? Можно возносить молитвы дома, просто говорить, Господь, спасибо, что Ты позволил мне это сделать. Также нужно подтверждать свою благодарность тем, что мы живем по законам Бога, следуем тем пунктам, о которых мы говорили, приходим в храм, где выражаем свое почтение, благодарность Богу. Иногда люди думают, что в храм нужно ходить только тогда, когда нам что-то надо. Нет. По-настоящему храм нужно приходить для того, чтобы поблагодарить за то, что у нас уже есть. Пять пунктов, которые помогают нам превратить свою деятельность в сватхарму.